Так, и снова у нас опасно. Аптечки летят что-то очень-очень-очень быстро. Понятно, эта дверь была заколочена. Это нельзя открыть. О, что-то вижу. Разрывные заряды для базуки. Так. Мы пришли оттуда. Тут у нас есть лестница, но она сломана и нельзя подняться. И здесь спуск вниз. Ух ты, какая музыка-то заиграла. Так, давайте отсюда их постреляем. Здесь у нас что? Лифт не работает. Security room. Комната охраны. О, что я вижу. Отлично, друзья. Мы подобрали магнум. А это означает... А это означает то, что мы приближаемся уже к концу игры. Обычно магнумы даются уже ближе к концу. Так, здесь рубильник, да? Так, открылся лифт. Похоже, электричество поступает на этаж. Здесь все, да, получается, надо двигаться к лифту. Так, а здесь... О! Голые зомби уже здесь. Они уже сгнили до такой степени, что на них уже нету даже одежды. Так. Что у нас здесь? Не работает. Две двери. Давайте попробуем сюда. Эта дверь закрыта, похоже, что невозможно ее открыть. Реактор сейчас не работает. Кажется, нужен диск. Отлично. А диска у нас нету. Значит, диск лежит во второй двери.
Так, зомби снова ожили. Разработчики сделали, наверное, это для того, чтобы мы не заскучали здесь, не расслаблялись. Так, я слышу лизуна. Быстрее перезаряжайся. Оп. О, их двое. Ну, как говорится... мы с Тамарой, ходим парой. Отлично. Так, тут у нас дверь. Какой-то значок. Значок, когда панель, похоже, это переключатель, но нет энергии. Понятно. Давайте сюда зайдем. Здесь у нас какая-то лаборатория, что ли, да? Колбы. У нас похоже на растения, которые, помните, были во второй части. Тоже такие бесячие создания. Так. Взяли кислотные заряды. Самые прикольные заряды, кстати, мне они больше всего нравятся. Лично, как для меня, они больше урона приносят, чем обычные разрывные. О, еще один лизун. И что-то мне подсказывает, что он здесь... не один, скорее всего. Так. Причем это мутированный, который посильнее. Оп, отлично. Да, довольно прилично в него надо всадить. Ах ты, засранец. Ну, тактика, в принципе, та же самая, что и с обычными. Все, готов. А нет, похоже, один был. Так. У нас есть документ и диск. Отлично. Так, что это был сейчас за звук? Вы слышали, да? Что-то разбилось. Давайте почитаем. Дневник рабочего завода. Итак, 5 августа 1998 год. Я не могу больше это выдержать. Я должен брать инструменты на операционном ст-
столе и раскалывать их черепа, чтобы извлечь части их мозга. Я делал это много раз, день за днем. Это ужасно. Вина остается со мной все время, даже после того, как я ложусь спать. Управляющий Винсент инструктирует нас, не смотрите на них, как на людей, они только сырье, которое мы используем, чтобы создавать тиранов. Но именно я вскрываю их черепа, я никогда не смогу смотреть на них только как на сырье. Они люди, точно такие же, как и мы. Я спрашивал управляющего Винсента о возможности уменьшить их страдания, но он игнорировал мои просьбы, отвечая, что при использовании анестезирующих средств невозможно извлечь полностью чистый гетеро-бета-несеротонин. Даже если это потребности компании, я не верю, что то, что мы делаем, является этическим. Я уверен, что попаду в ад после смерти. Или, возможно, я могу сказать, что я уже там. Ну, так мы понимаем, что в этой лаборатории создавали тиранов. Вот. Поэтому... Воу-воу-воу! Поэтому в этой игре... Их очень много. Я думаю, еще один заходик. Отлично. Так, у нас есть диск. Можно отправляться. О-о-о! Так. Нет, друзья. С вами я сражаться не буду. Если есть возможность убежать, значит мы убегаем. Так. Панелька эта не работает, да? Не работает. А здесь? А здесь нужна ключ-карта. Ну что, отправляемся тогда в то место, где нужен был диск. Так, снова зомби. Живые, невредимые такие. О-о-о, он походу сзади. А, нет никого. А, вот он. Поэтому мне и показалось, что сзади стоит. Ставим диск. Отряд зомбированных. Элита идет. Элита.
Так, всего двое, что-то показалось, что их больше вышло. А, ну так и есть. Там. Застрял кто-то. Вот. Все, что за фигня? Ребята. При армянности друг другу. Так. Разрывные. Отлично. Теперь двигаемся к панели. Снова зомби. Похоже, они здесь будут постоянно оживаться, оживляться. Такое, за... в съемке в слоу-мо такой упал. Панелька загорелась. Это панель. Панелью. Которая управляет большой бойлерной. Просто. Нажали кнопку. Здесь у нас монстры, растения. Так, давайте-ка вот так и выберем, наверное, давайте. Гранатомет взять и возьмем патроны. Патроны, какие патроны взять? Ну давайте этим попробуем. Ой, не достает. Так, один труп. Где у нас второй? Ну что, да я думаю, не буду я с ним связываться, тратить патроны. Так, исследователь, он не дышит. Туда были карты Umbrella. Один готов. Так, патроны, отлично, зажигательные, да? Заряды у нас. И аптечка синяя.
Они производят этих чудовищ на этом острове. А это, я так понимаю, один из главных тиранов, что ли? Раз дверь закрылась такая. Вот. Ну давайте, что? Попробуем с пистолета, чё? Так, до самого конца. И зарядочка. Патроны для ружья. Итак, друзья, вы посмотрите только сколько их. Здесь просто масштабное изготовление тиранов. Просто. Помогите! Вот! Так, ружье, ружье. С ружья будет попроще взять. Получи. Лад, извини. Прости меня, пожалуйста. О чем ты? Ты здесь ни при чем. Это все Винсент. Ну я имею в виду, я... Ты? Ты о чем? Ты детектив. Тебя зовут Арк Томпсон. Что? Правда? Я не Винсент? Так почему ты от меня убегала? Потому что я рассказала Винсенту о тебе. Привет. Я Винсент. Меня перебросили на этот объект, чтобы я его исследовал. Приятно познакомиться, сэр. Я знаю Винсент. Так что я знала, что ты не он, когда я увидела тебя. Что? Шпион? Спасибо. Ты хороший парень, Лад. Итак, я Арк, а не Винсент. Лад, ты знаешь, каким образом можно выбраться с этого острова? Мой отец сказал мне, что там выше есть железнодорожная станция. Железнодорожная станция? Я слышал, что она проходит под землей. Хорошо, воспользуемся ей. Пошли заберем Лили. Давай, торопись. Встретимся на станции. Система самоуничтожения запущена. Остров будет уничтожен через 10 минут. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться.
Так. Сработала система самоуничтожения, и мы узнали, что мы не Винсент, мы Арк Томпсон. Детектив, шпион, который прибыл на остров, чтобы остановить Винсента. Вот. Точно. По моей просьбе моего друга Леона Кеннеди я приехал сюда на расследование. Точно. Я помню. Помню все. Помню все. Tell me the truth. Скажи правду, ты шпион, не так ли? Да, я не Винсент, я Арк. Итак, а Винсент у нас был тот человек в начале-то, который лежал, который труп мы нашли. Так, похоже, эта кнопка открыта. Открытие створок, сейчас она не закрыта. Вот. И у него как раз был наш значок, медальон, в котором было написано Арк Томпсон. Давайте перезарядим ружье. А, перезарядим. У нас всего два патрона. Больше нету ничего. А, нет, есть. Я наврал. Ну, я помню, что мы брали. Причем прибыли мы на остров по просьбе всем известного нам... Ой-ё. Всем известного нам... Леона. Даже его здесь затрагивает в этой части. Я думал, никого из знакомых персонажей, имен здесь не будет. Оказывается, что-то все-таки переплетается здесь с предыдущими частями, с предыдущими героями. Итак, патрончики для Магнума. Ну что ты их не берешь-то? Командный пункт получается это. Мы развязка, в принципе, она все заканчивается, в принципе. Остается теперь только выбраться с этого острова. Так, я что-то не понял. Сюда, что ли, надо? А, открыт. Да-да-да. Так, и снова у нас здесь травы. Ой. Так. В этих ящичках, похоже, это терминал компьютера этой лаборатории. Ничего нет такого, да? Это
компьютер в стене. Панель управления культивацией. Ключик. Отлично. Смотрите, друзья. У нас тут новый монстр, создание, которое здесь культивировано. Вот-вот оживет. Как всегда. Ну, я так предполагаю, это наш финальный босс. Как это обычно бывает в Резиденте. В колбе большой монстр, новый, неизвестный нам. И в конце он вырывается. Давайте почитаем о том, как получить материал. Итак, как извлечь бета-гетера не серотонин? Чтобы наладить систему массового производства тиранов, абсолютно необходимо введение в течение процесса генного культивирования большого количества чистого бета-гетера несеротонина. Это вещество является одним из элементов человеческого мозга. Как выяснилось, материал главным образом производится гипофизом людей в последнем периоде развития и вторичных половых признаках. Кроме того, медицинские данные показывают, что данное вещество производится в ответ чрезмерного выделения норадреналина. Норадреналин – это скрытое вещество мозга, образующееся в состоянии чрезвычайной напряженности, опасения или страха. Поскольку бета-гетера несеротонин существует только в активных клетках, его невозможно извлечь из мертвого мозга. Таким образом, лучший способ извлечь материал состоит в том, чтобы вскрыть череп субъекта, не используя анестезию. Это вызовет чрезмерное выделение норадреналина, и тогда гипофиз будет готов для непосредственного извлечения. Винсент Голдман, управляющий завода по производству тиранов на острове Шина. Понятно, да? Из мозгов, точнее из вещества, которое выделяет мозг детей, вот этих заключенных детей, морских свинок, вот, подопытных. Эта фабрика производила тиранов. Просто. Такой нечеловеческий эксперимент. Если бы не ты, я бы уже выполнил свое задание. Амбрелла бы позаботилась обо мне. Но тебе просто надо было вмешаться и все облажать. Сейчас ты за это заплатишь. Так, с чем мы его будем валить? Ну давайте, что, магнум? Попробуем. Этот у нас быстрее, чем предыдущие тираны. Быстрее, 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 перезаряжай. Так. Ой-ё. Патрончик потратил.
Ну и сколько в тебя садить, я уже, можно сказать, вторая обойма. Ну, я думаю, две обоймы, потому что один патрон я истратил. Сейчас это последний выстрел, я думаю. Да. Так, прилег отдохнуть. Так, давайте уберем. Магнум, возьмем ружье. Так, Винсент все-таки был жив, оказывается. Ну, по крайней мере, был. Теперь уже точно он мертв.